Всем добро пожаловать на первый влог на этом канале. С вами я, Алехандро Казанцев. Устраивал опрос в Инстаграме, и, как оказалось, многим интересна моя жизнь. Как я живу, как провожу день, как готовлюсь. Вот сейчас я нахожусь в городе Москва. Приехал я недавно сюда, 3 недели назад, чтобы готовиться к чемпионату России, который пройдет 19 августа здесь, в Марино. Уже, получается, четвертую неделю провожу подготовку здесь. После операции это первые мои 4 недели подготовки. Все идет хорошо, участвовал даже в соревнованиях всероссийских. Первый день занял 3-е место, второй день я не поехал, потому что по расписанию у меня был выходной. Вот, сейчас я уже сходил в зал, покажу вам, как это было, и покажу, как вообще проходит мой день. Жаркий день в городе Москва, где-то плюс 32 градуса сейчас. Не. Нормально, да, давай. Нормально, дай. Нормально, я нормально буду. Как я сейчас домой поеду? Быстро. На машине. Что за трэш, блядь? О! Вот так вот закончилась наша тренировка, как обычно. Вот так вот. Вот так вот. Мы, как всегда, самые удачные люди на этой планете. Земля. Еще я порвал жопу. В прямом смысле. Сними мою жопу. Так не видно ничего. Ой-ой-ой. Фу, как
какой ужас. Мои любимые штаны от Вектор. Я их порвал. Самое обидное, что это уже происходит на протяжении 3 недель. Просто каждая тренировка — дождь. Должна была быть тренировка, но ее нет из-за дождя. Аномальная жара и аномальные какие-то ливни непонятные. Сейчас, погоди. Ого. Ого. Все, ехаем? Ого.